Порошенко, он действительно имеет смысл, потому что сейчас находится в Беларуси в тюрьме наши товарищи. Значит, Деда Францкевич, Алексеевич и другие. Поэтому следующий наш лозунг – свобода белорусским артистам. Свободу! Раз!
Руки рабочих разного цвета! Руки рабочих разного цвета! Руки рабочих разного цвета! Руки рабочих разного цвета! Нет фашизму! Нет капитализму! Нет фашизму! Нет капитализму! Нет фашизму! Нет капитализму! Нет фашизму! Нет капитализму! Антифа! 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 Меньше банков, больше книг! Меньше банков, больше книг! Меньше банков, больше книг! Нет реформе образования! Нет реформе образования! Нет реформе образования! Мир вам, мать! Капитализм, прощай! Мир вам, мать! Капитализм, прощай! Мир вам, мать! Капитализм, прощай! Если мы не справимся, то справятся они. Ваши дети будут как